Особенно отметили тех, кто отдал профессии долгие годы своей жизни. Одна из старейших работников школы, Валентина Богосян, преподает плавание. Под ее чутким руководством были выпущены десятки спортсменов, которые принесли в спортивную копилку Анапы не одну сотню наград. За профессиональный вклад в развитие спорта под громкие аплодисменты ей подарили велосипед. Праздник, правда, оказался прям неожиданно хорошим. Детки, несмотря на то, что каникулы, собрались, пришли организованно, это прям радует глаз, радует душу, потому что детвора прикипает к нашей школе анапская. Это очень хорошо. А что я вам скажу? Вот годы, наверное, не мешают жить правильно никогда. Потому что начну с того, что в здоровом теле всегда здоровый дух. И когда наше тело здоровое, мы правильно живем, правильно мыслим, правильно развиваемся. Всем педагогам директор школы Ольга Егорова вручила сертификаты на один выходной в любой рабочий день недели. А юным спортсменам подарили поход в кино.